Сегодня выходил онлайн. Значит, сдали очередные 50 человек. Сегодня было 14. Чего я вам не рассказал в лайве? Ни вчера, ни сегодня. Но расскажу сейчас. Думаю так. Есть 31 человек подтвержденный. Думаю, дай-ка я возьму и организую команду врачей, которая поедет домой и возьмет у них повторно тесты на коронавирус. То есть это у тех, у которых вчера как бы подтвердилось. Это речь идет про первых 31 сотрудник примарии. Значит, ввиду того, что медсестра не смогла приехать делать забор, а там очень важно правильно делать забор, которая должна была приехать, значит, ну, с этой задачей справились. Значит, в общем, проблема была в том, что не смогли сегодня за один день объехать всех по домам 31 человек. И взяли только у 10. Об этом, естественно, как бы я никому не говорил. Ну, ждал результатов сегодня после 21.00. И что вы думаете? Эти 10 человек, у которых взяли вчера тест, и результаты подтвердились, сегодня они сдали повторно. И вот из 10 человек коронавирус подтвердился только у 4. Вы знаете, когда симптомы на начальной стадии, как многие там врачи писали там на многих сайтах, потом типа вирус активизируется, и вот вначале его типа может быть не быть видно, а вот чуть позже он как бы проявляется, да? Поэтому первый тест обычно говорят нет, а чуть позже показывает да. Так вот, в нашем случае все наоборот. Из 10 человек, у которых взяли сегодня повторный анализ, коронавирус подтвердился только у 4. То есть 6 человек здоровы. Теперь я понимаю своего коллегу, вице-примара Геннадия Шмульского, который сидит уже 4-й день дома с грустным лицом и ждет, когда у него появится симптом коронавируса. Не кашляет, не чихает. И, короче, Шмульский сейчас уже кричит, завтра хочет тоже еще один тест. Понимаете? Это просто, короче, капец. Вы понимаете, это... Я вам скажу, что это даже не живой анекдот, это капец. И ввиду этого, значит, я сейчас созвонился с руководством департамента здравоохранения примарии. Значит, и наши сотрудники, то есть порядка, ну, то есть 100 человек сдали за 2 дня, 147 за 147 еще нужно протестировать, и завтра этих 147 человек будут тестировать другая организация. Потому что, понимаете, когда человек во вторник инфицирован, в среду он уже не инфицирован. Я начал узнавать, думал, ну, понятно, разные есть тесты, разные методики, есть быстрые тесты, есть лабораторные. Лабораторный тест и в первом случае был, и во втором. То есть не было такого, что в одном случае лабораторный тест, а во втором быстрый, например, понимаете? Короче, я просто в шоке. Я, конечно, очень рад, что... ситуация ну, начала меняться в лучшую сторону за одну ночь. Таким образом, если, я думаю, придется проверять уже этих 14, которых подтвердили сегодня. Понимаете? И если все пойдет такими путями, то я не понимаю, что нам что, собирать комиссию и открывать опять примарию. Я не имею права высказываться, как примар города, насчет одних тестов и насчет других. Может, там разные реактивы, но методика одна и та же. Как бы, то есть, поэтому, может быть, там кто-то уже что-то подмутил. Понимаете, то есть я просто сижу сейчас в недоумении. Я очень рад, что
все-таки изменилось, и людей стало меньше по вечерней версии. Я думал, чтобы меня не обвиняли, я как бы сам решил оплатить эти там тесты для того, чтобы, ну, думал, потому что, ну, не поймут, скажут, а зачем это усатый? Начал перепроверять результаты теста, если только сделали, надо было это сделать через неделю. Вот, и что-то тут похоже, что ситуация такая же, как с кражей миллиарда, знаете, как бы, когда всем все понятно, но в определенный момент, особенно когда там начинают гнать внутрь друг друга, уже там непонятно, понимаешь, то есть как бы. Поэтому HKR есть, он каскари требует верификат, что верификат ланиел национал, я нужно камдикэс баннера вявене бой, с фачем тоти верификар леся. Я де магнем под слепун, ладу у фирмы стряк, касанцелес проблема кари есть, проблема кари есть, псент май мультиверси вонь, май мульти лумис экспои, азвазут, а ностру главный доктор страны Егор Николаевич, уляк паченту, кяра вынь температуры, пад за шону, лакор, пошаку маутос куркани, информация ста есть у вчалы, у гасыспи Википедия, к куркани, а у температура корплы пад за шону, омар 36,6, куркану репад. Аб я как яр ел, к температура ста, луй как бы, дочку, уляк пенас там, уляк псувары, шамади парти. Так, Ренат, вспомнить рок, кытку асты тесту. Дичи, тестили, кын мерджи ворба ди бюджетарь. Дичи, ели энцар аста сын чирка ди опсути дилей, пентру бюджетарь фак редучери. Пентру бюджетарь фак редучери. Ищи суть шинзэш дилей он тест. Еу, пам гасыц варианта ку шинсути доу зашас, шинсути доу шпадшва, дичи у нас там. Вот тут пишут, Алена пишет, это правильно, что вы повторно решили протестировать людей. Вы знаете, я просто начал проверять тесты тестами. Ну, думаю, да, ну как за одну ночь? Вы понимаете, Алена, что весь абсурд заключается в том, что обычно у многих сразу тесты не показывают, но потом типа вирус набирает обороты и его показывают. А тут в самом начале первый тест показал, что у всех... И сейчас как бы уже минус 6 человек из первой десятки. А вы же понимаете, что я уже должен идти до конца, я завтра должен проверить и остальных 21 человек, который сидит дома. Я думаю, Шмульский сам уже с утра на мопеде будет в 7 утра уже ехать в каске, там в Панамке, не знаю, что только чтобы пересдать еще раз, потому что человек сидит с коронавирусом якобы. И, короче, Гена третий день сидит, ждет симптомов. Ему там все, Ген, есть симптомы? Да нет. Что, даже не кашляет? Да не кашляет. И температуры нет, и температуры нет. Так. Вот, короче, такая ситуация. Поэтому, дорогие друзья, этот момент меня как бы застал задуматься. И... Ну что, будем разбираться с этой ситуацией, дальше вариантов нет.